Этнокультурные проекты, организация праздников, соревнования и помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Нефтеюганск направит 2,5 миллиона рублей на реализацию значимых проектов. В городе подвели итоги конкурса инициатив некоммерческих организаций. Предложения принимали по 8 направлениям. Всего на конкурс заявили 20 инициатив. 14 из них получат финансовую поддержку. Например, женский клуб предложил аквафитнес и релаксацию для пожилых. А местный клуб «Моржей» планирует выпустить книгу и популяризировать закаливание среди детей. Выпустить несколько 100 экземпляров книг о нашем клубе. У нас в клубе есть свои творческие люди. Они написали книжку. В дальнейшем с этой книгой разместить их по всем детским учебным и дошкольным и любым детским учреждениям. С 1 ноября планируем запустить секцию закаливания для детей, которая будет абсолютно бесплатной.